Йоу, я зайчик желейный, зовут Харитошка. Я киндера сладкого скушал немножко. Йоу, теперь могу прыгать хоть до потолка. Ребята, всем привет! В прошлом видео мы открывали 11 киндеров, и вот сейчас мы сделаем из последнего яйца киндер-сюрприз с вкусной начинкой. Так, берем яйцо и аккуратно отгибаем края фольгированной обертки. Главное стараться ее не порвать. А если порвешь? Тогда все догадаются, что киндер кто-то открывал. Ха, логично. Теперь убираем фольгу. Харитоша, смотри ее, не помни. Эй, нужна она мне. Теперь нужно отделить половинки друг от друга. Так, возьму-ка я нож. И слегка надрежу шоколад. С ножом поаккуратней будь. Так, открыл чуть-чуть неровно, но это не критично. Так, сразу посмотрим, какая машинка здесь находится. Можно я угадаю? Попробуй. Там желтая машина. Точно желтая, я даже не сомневался. Сейчас будем делать начинку. Я купил нутеллу. О, обожаю нутеллу, вкусная паста. Печенье Орео. О, Орео, ням-ням-ням, тоже вкусные печенюшки. А у тебя печенье с какой начинкой, шоколадной или молочной? Слушай, как будто ты не знаешь. А тебя же ни одну сладость в этом доме не спрячешь. Ладно, знаю, что шоколадный. Открываем пачку. Эх, чего-то она не открывается. Возьми ножичек. Да, ты прав, надо взять. Так, вот. Вот это другое дело. Достаем печеньки. Доставай больше, не пропадут. У тебя не пропадут, это точно. Так, сколько тут у нас? 4 штуки. Я думаю, 3 печеньки хватит. Бери еще. Теперь нужно отделить начинку. Убираю ее и кладу на блюдце. То же самое проделаем еще с 2 печенюшками. Все, печенье готово. Теперь берем стакан, кладем печенье. А начинки куда? Харитон, начинка нам не нужна. Вот так вот. Кому-то не нужна, а мне пригодится. Эй, уже унес. Шустрый малый. А что, она у тебя только под рукой мешается? Ну да, так я тебе и поверил. Так, теперь эти печеньки нужно перемолоть. Так, перемалываем. Перемалываем. Перемололи, теперь высыпаем все в тарелочку. Слушай, на кофе молоты стали похожи. Берем ложечку, открываем нутеллу. Ах. Затем берем ложечку пасты. Слушай, ты чего так мало взял, а? Харитоша, хватит. Так, и перемешиваем с молотым печеньем. Кажется, нутеллы мало, поэтому не помешает еще одна ложечка. Вот это по-нашему, говорил же тебе. Так, и продолжаем перемешивать. Тебе нутелла не мешает под рукой, а? Ты уже начинку унес, хватит тебе сладости. А я-то думал, ты добрый. Иди сюда, покормлю тебя, а то весь опять перепачкаешься. Ням-ням-ням. Вкусно. Дай еще. Наслаждение. О, непорядок. Орео лежит открытое, так и засохнет. Надо его прохладное место. Оп, быстрый захват. Харитоша, делай ноги. Так, теперь берем одну половинку киндера и заполняем ее начинкой. Ну ты смотри, утащил Орео. И не тошнит же его от сладости. Так, наполняем, все лишнее убираем. Так, много класть не надо, только до края. Первая половинка готова. Теперь наполняем вторую половинку. О, как успехи? Ты куда Орео утащил, а? Ну я спрятал печеньки в холодильник, чтобы они не засохли. А как же ты его открыл без моей помощи, а? Да я пошутил. Нет больше Орео, нет. Не донес я его до холодильника. Я знал, что Орео не успеет засохнуть. Скорее морковка засохнет, но только не печенье. Ну знаешь, морковку я тоже люблю, шоколадную. Ладно, смотри, наполняю вторую половинку. И теперь можно смело их склеивать. Совмещаем и склеиваем. Дальше кладем яйцо в лоток и отправляем в морозилку на несколько минут. Пусть начинка застынет.
Так, берем застывшее яйцо и оборачиваем в фольгированную обертку. А можно было в него Рафаэлку положить? ММДМС можно или Скитлс, да. О, это вообще супер сладости. Так, аккуратно, чтобы не осталось следов, которые могут вызвать подозрение, что киндер открывали. Загладим здесь, загибаем аккуратно края. Готово! И что дальше с ним делать? А теперь ты можешь взять это яйцо и скушать, ну или разыграть своих друзей. Ага, и потом они разыграют меня. Знаешь, я подумал и решил, разыграю-ка я друзей лучше в следующий раз, вот так. Харитон, ты куда потащил киндер? Я же сказал, разыграю в следующий раз. А попробовать? Ну давай, давай, не томи, открывай. Терпение, мой друг, терпение. Снимаем обертку. Ну что, она там прилипла, что ли? Терпение, мой друг, терпение. Так, где мой ножичек? Разрезаем. Обалдеть, какая красота внутри. А то, тебя впечатлила начинка? Это просто шедевр. Давай пробовать скорей. Киндер с Орео и Нутеллой. Ням-ням. Опля, все, я побежал чай заваривать. Тебе какой? Мне зеленый завари, покрепче. Все понятно, я мигом. Пам-парам-парам. Ага, вы думали, я ушел? Нет, я здесь. Подпишитесь на канал, пожалуйста. А пока заваривается чай, я покатаюсь. Йоу, я зайчик желейный. Зовут Харитошка. Я киндера сладкого скушал немножко. Йоу, теперь могу прыгать хоть до потолка. Поставьте мне лайк. Всем удачи, пока. Йоу.